Всем привет! Сегодня у нас 23 сентября 2019 года. Показываю новый сорт моей коллекции. Первое подношение сигнальное. Сорт Богемия. Вот такие вот у него нарядные плоды. Сейчас будем рвать уже на хранение его. Вот такая вот. Окрашивается на солнышке хорошо, в тени не очень. Это сорт известного сорта Рубин. Клон, точнее. Сорт среднеустойчивый к болезням. Очень морозостойкий. То есть, вот видно какие-то плодяки. Очень громадные, красивые. Вес может быть плодов больше 300 грамм. Вот так вот. Сорт считается десертным. Можно видеть в руке, какие красивые плоды. Сейчас будем срывать его. Немного он завязался в этом году. Первое подношение. Саженцу 3 года от посадки. Подвой М9. Размер плодов, конечно, красавец. Начинаю собирать урожай. Как бы рекомендуется в эти сроки собирать. Конец сентября, начало октября. Первые плоды просто начали падать. И не хочется, чтобы они побились. Так в целом вот такой вот имеет вид сорт яблока Богемия. На солнце вот можно видеть прям красный-красный и крупные такие вот плодяки. Посмотрим, как будет лежать он в подвалах. Красное. Солнце вообще красное. Окрашивается на солнце хорошо. В тени, конечно, не очень. Ну, я, наверное, оборву не весь урожай. Самые красные плоды. А то уже, вот видите, рву и падает. А те уже плоды, те, которые не очень окрашенные, приеду через недельку, а то, может, и через две. Если не попадают, сорву. Главное вот эти сорвать, самые красивые. И похоронить их, посмотреть, как они будут храниться. Сейчас с другой стороны обойду, еще покажу. Вот в тени не очень окрашиваются. Не сильно. А на солнышке хорошо. Рвется только без хвостика, елки-палки. Так, не очень хорошо. Вот яблоко красавца. Да, с хвостиком. Не очень хорошо для хранения без хвостика. Может загнивать. Видите, как окрашиваются в тени. Там, где не попадает солнце. Опа. Видно, такая плодоножечка. Вообще маленькая-маленькая. Ну, запах очень ароматный. Вот слышно, уже в данный момент слышно очень четкий аромат. Такого сортового яблока. Вот вам Богемия. Такая красота. В руке видно, размер шикарный. Сегодня у нас 7 февраля 2020 года. Сорт яблочек Богемия в хранении. Вот такой имеет вид. Плоды некоторые потеряли цвет, стали тускнее, чем были на дереве. Но все равно вот можно видеть, какой сорт. Сорт может быть стекловидный. Некоторые яблоки, я смотрю, со стекловидностью есть. По вкусу неплохой. Сейчас посмотрим, какой вес. . 320 грамм. Яблоки довольно-таки крупные. 343. Вот есть поменьше. 200 грамм. Красивое такое. 375. 324. Вот еще поменьше. 237. 231. Ну, грубо говоря, вот такой у него вес. Давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая у него мякоть, что этот сорт себя представляет. Сорт твердый, плотный, говорю сразу. Лежит вот неплохо. Думаю, что он будет лежать до середины весны без проблем. Вот такая вот мякоть. А ну-ка, вот еще резануть. Вот, видно стекловидность, как я и говорил, есть в плодах появляется.
у этого сорта. Так, может быть, стекловидный. Так, давайте посмотрим, какой вкус у данного сорта. Мякоть, видно, вот нажимаю, сок. Блин, твердое, очень твердое яблоко. Вон сок есть. Давайте продегустируем на вкус. Вкус кисло-сладкий, сбалансированный, мякоть твердая, откалывающаяся, очень сочная, с таким сильным каким-то привкусом. Даже не могу понять, на что он похож. А ну еще раз откушу. Такого сортового вкуса не могу передать, именно вкус, на что похож. Вкус хороший. Вкус хороший, приятный. Вот такой вот сорт. Это единственное, мне не нравится, что это стекловидность есть. А ну попробуем стекловидное. Ну, вот эта вот стекловидность портит вкус яблока обычно. Хотя вот это яблоко со стекловидностью намного слаже. Тю. Тут вообще кислоты я не слышу. Там кисло-сладкий. А это интересно. Яблоко вкусное, хорошее. Может поражаться в средней степени мучнистой росой. Паршой поражения не видел. То есть вот такой вот красивый, яркий, сочный, крупный сорт. Яблоко Богемия. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.